Пиво Вольпертингер. Очень популярное пиво из Германии, про которое в Германии никто не знает. Хотя просто потому, что вот этого родственника кротокрысы из Fallout придумали у нас. И по сути это еще одна контрактная штука, которая варится в Германии и продается только в России. Светлое пиво, алкоголь 5. Запах у пива солодовый, но такой довольно резкий, агрессивный. Собственно, прям как вот этот заяц. По вкусу довольно сносный, и как по мне, лучше, чем многие из вот этих вот псевдоимпортных пивасов, которые продают в КБ и Бристоле. Солодово почти не горько, с легкой кислинкой и небольшой дринцой на послевкусие, но пить вполне себе можно. Пшеничная версия алкоголь 5. Запах традиционного немецкого пшеничного есть, но он такой далекий, как будто пахнет не из бокала, а вот где-то далеко сидит немец, который пьет хороший хефевайцен. И до вас доносится аромат из его кружки. А пшеничка невкусная, а кислая, очень пустая. И лично мне не приносит вот того самого пшеничного удовольствия, которое я жду, покупая подобные сорта. Послевкусие причем довольно приятное, хлебное, но мне хочется получать удовольствие в процессе распития пива, а не после.